Здравствуйте, друзья! Мы вчера с Фанечкой сделали фотосессию в нашем саду. Было красивое солнце, красивые зайчики. И сегодня я с фотоматериала, вот у меня в компьютере фотография, сделаю такую импрессионистическую вещь. Конечно, атмосфера располагает у нас здесь. Это беседка, в которой мы часто пишем. Это будет снова импрессионизм. Так, для того, чтобы эту картиночку написать, я беру белильца, беру жидкость и делаю очень слабый белильный, мокрый белильный замес, в который начинаю вкладывать ультрамаринчик, красноту, зеленцу. То есть вот все пятна, которые вижу, буквально перечисляю. Все это было на основе легкого количества белил. Такую как бы имприматурку. Итак, ультрамарин, английская красная или охра красная, изумрудная, охрочка, немножко желтоты, вот такой создал, такую муть цветную создал, как собственно и есть на фотографии, которую вы уже наверное увидели на экране. Можно эту муть превратить в некое подобие листьев. Такое пляшущее состояние, не текущее, а пляшущее состояние укладки. Здесь у нас очень светлое пятно платья, руки. Смотрим, что попадает на середину формата. Ровно на середину ключичка. Короче, вот это место попадает прямо на середину формата. С этого места можно сплясать и головочки, и плечику. Что я и сделаю. Здесь будет головочка. От середины вверх шеечка. Ручечка. Вы видите, тряпка очень быстро решает вопросы. Тонального рисунка. То есть уже отъял фигуру от фона. Краплакс изумрудный я задействую для волос. Такой синеватый оттенок получается.
за головочкой глубину создает. Вот это место чуть выше середины, опять же. Середина для нас всегда подсказка. Носичек где-то здесь. Можно плотность придать тельцу, плотность вещества за счет разбела английской красной, ну или охры красной. Вот здесь у нас пушечка. На тело попадают зеленые рефлексы от окружающей зелени, голубые рефлексы от неба. Отчасти это чистая математика, то есть какие цветики подкладывают. Ну вот такие, которые дают рефлексы. Легкий намек на синьку, намек на зеленцу. Появляется красивый теневой цвет тела, богатый цветом. Всегда эти настроения видны даже маловооруженному глазу. Настроение цвета в том смысле, что намек на синьку, намек на зеленцу, ну а краснота и так понятна. То же самое сейчас с рукой сделаем. Я пользуюсь сейчас чистым разбавителем. Охрочку, охру светлую или охру желтую. И йод уже. Вторая ручечка чуть выше середины, что на формате фотографии видно, и сразу понятно, где ее положить. Подушку высветлю, избавлю, вернее, немножко от вещества краски. Пятна света немножко дам для настроения. Направление света вот оттуда орошательно, прямо задаем этот ритм. Импрессионизм любит ритм. Синит и сиреневит тень, как и прилично в солнечный день. Платье подвержено синьке и сиреневинке. Ритм мазка задаю, вы видите. Ритм это нарочитая направленность мазков в одну сторону. Тем, что я подтер, мазок ложится уже суховатым, что очень удобно, рыхло звучит, что тоже импрессионистично. Уходит в середину дужка кресла и продолжает свой ход, начиная от лобика. И челочка как бы продолжает
вот эту верхнюю часть линии. Это основные как бы реперные точки, на которые опирается художник, набирая рисунок, отталкиваясь одно от другого. Зелень вокруг. Направленность мазочков. Сиреневинки, зеленинки. Зелень очень любит соседствовать с сиреневым, красным. И художники преувеличивают в тенях, когда работают с зеленью, преувеличивают в тенях красноту теней и синеву теней. Как бы аппликация мазочков, но имеющая эта аппликация направленный ритм. Яркость сейчас придает разбел желтого с изумрудкой. Разновеликость мазков делаем. Вы видите, даже сам по себе ритм уже дает настроение всему. Солнечные зайчики чередуются с теневыми и вместе создают игру света и тени. Мазок, вы видите, сухой, рыхлый. Я перестал разжижать вещество краски. Белила с охрой, белила с желтотой, с зеленцой, поскольку вместе с рефлексами свет имеет желтоватое и оранжеватое звучание. То есть сам свет желтит, оранжевит, плюс рефлексы, которые падают в том числе и на свет. Солнечные зайчики тоже с рефлексами. Вот, взял зеленцу, вписал. Маленький такой звучок светика.
оранжевые мазочечки. Смотрите, мазочечки я стараюсь положить сейчас некими брикетиками, некими бусинками. Разные величины мазочки ставим для игры этих мазочков. Иногда противостоим ритму общему. То есть ритм этот по направлению движения света, что дает эффект. Мощный эффект. Видите, рыхлость мазочка, как бы воздушность формирует. По направлению сидения укладываю, то есть сидение в этом направлении я задаю это направление, чтобы было понятно, что это такое. Смотрите, свет желтит, оранжевит на волосах. Но я сначала кладу краснинку, а потом сверху еще и желтинку. Тогда получается эффект. Эффект сияния света. Большая кисть справляется хорошо с укладкой волос. Вы видите. Значит, сначала краснинка, теперь немножко желтиночки. И эффект освещенного происходит. Плюс рефлексики зеленого. Так, немножко линейного рисунка. Увидите, я несколько не попал. Но это сейчас не так опасно. Прекрасно перестроим рисунок. Рисунок на платье мерцает вместе с теневыми и рефлексами. И вот все вместе создает игру, красивую игру цветиков. Сейчас я даже подсовываю такой цвет, называется цирулиум. Он богатит синие оттенки.
Опять же, сочетаем крупные мазочки с мелкими. Будет дополнительно красиво. Рефлексик красивый, зелененький. Ну, кажется, что как это в тело зеленый. На самом деле, вот в окружающей среде, такой в окружающей среде, зеленому есть место в тенях тела вполне. Синие тени, синие, сиреневые тени. Подмышечка, будучи щелью, аж краснит, аж оранжевит. Рядышком солнечный зайчик. Стараюсь вот этот первоначальный слой не полностью забивать, чтобы происходил эффект заслонения, заметный эффект заслонения. В этом культура и качество укладки краски, которую всегда отметят интересующиеся живописью люди. Вы видите, всюду помигивает этот первобытный слой. И это важно. Важно все пластилином краски не забить скучно. Вы видите, кистью я пользуюсь лежачей к холсту. Прыгаю с одной части картины на другую, то есть не оставляю без попечения все части картины, тоже важный элемент. Зачем это так, я уже много раз проговаривал, так что если вы смотрите мои видео, вы уже не раз это слышали. Но в любом случае, доверьтесь, что это полезно.
так поступать. Вы видите, я не трогал личико, пока не установил рисунок общий. И теперь, когда у меня все предельно ясно на холсте, можно себе позволить уточнить рисунок. Рисунок лица. Потому что было бы обидно, если бы где-то серьезно не попал, и потом пришлось бы перестраивать, скажем, удачный рисунок лица, сложившийся, а уже... А пришлось бы убирать, и было бы очень обидно. Поэтому теперь, когда уже мне стало все ясно в рисунке, я занимаюсь вещами деликатными. Сильный ракурс лица, поэтому вы видите, какие необычные направления имеют глаз с носом. На фотографии кажется, что волосы очерчивают лицо, но здесь вот этот солнечный зайчик дает чирк света и на края. И я эти края нарочито украснил, из-за этого получился эффект и глубины, и рассеяния света. В общем, красивый эффект, имейте в виду, что свет любит вокруг себя иметь сияние. Опять же напоминаю, что художники любят среди зелени накладывать голубые, синие мазочки. Это обогащает зелень как бы идеей воздуха, воздушного пространства. Хотя если впрямую смотреть, такого не видно, но по ощущениям, вот как ни странно, по ощущениям видно. Художники, просто даже зная, что, обнаружив опытным путем, заметив это, одни у других подсмотрели и стали использовать этот замечательный способ обогащения цветом зеленых масс.
бусинки света. Просветов. Заметив какой-нибудь красивый цветик мазочка, я, видите, в тираж запускаю этот мазок. И везде, где можно, где уместно будет его применить, применяю. Еще снова обратите внимание, что не все подряд я забиваю. Вот прямо сквозит этот нижний слой. Я его только так шершавенько чуть-чуть дополняю густой красочкой. Уточнение рисунка, конечно, дело ответственное, и в портрет не все легко могут войти. Даже если бы у нас, даже если бы мы воспользовались техническими уловками, чтобы точный рисунок дать, все равно умненько уложить краску бывает очень не просто новичку. Но есть люди среди вас, которые каким-то образом не чувствуют пейзаж, но прекрасно чувствуют портрет. Поэтому, если вы в себе это наблюдаете, то беритесь смело. Есть люди просто прирожденные портретисты. Во многом это люди, которые интересуются человеком. Есть люди, которые не очень интересуются людьми, очень любят природу, дачи и прочее, но не человека в целом. Вот. А есть люди, которые интересуются людьми. И вот таким, конечно, портрет доступен, и им интересно работать с портретом. И он у них хочет получаться. Вот голубой рефлекс, это рефлекс от неба. Зелененькие рефлексы, рефлексы от зелени. И вот появляется такое довольно цветное, насыщенное. Содержанием личика. Смотрите, вот этот кадмиевый цвет дал настроение прозрачного тела. Ну или потихонечку начинает давать это настроение. Некоторая пиксельность укладки уместна.
Основные цветики для этой картиночки я избрал, ну, для тела. Английскую, красную и изумрудку. Ну и охру, конечно же. Тетя Лиза идет. Здравствуйте. Здравствуйте. Что ты хромаешь, тетя Лиза? Опять же, не застреваем на каких-то одних участках, работаем сразу со всей картиной. Вы видите, как я красноту вписал сейчас. Синьку, сиреневинку. На фоне этих грубых, рыхлых мазков такая затертость мазочков дает эффект. Иной фактуры, то есть тело как иная фактура. Если, допустим, встретилась задача заменить светлый цвет на темный, можно светлый в данном случае сбрить и на его место посадить мощную темноту. Посмотрите, казалось бы,
положил бы вот так мазок и остался бы доволен. Нет. Мне нужно показать круглость этого предмета. И я укладываю мазочки по цилиндру. По цилиндру. И кроме того, еще и по направлению света. И появляется эффект единства со всем остальным и плюс еще и цилиндричность формы. Здесь вторая рука ушла туда под волосы. Когда мы рисуем вот эти теневые на солнечные зайчики и теневые на цилиндричных предметах, желательно показывать идею цилиндров, то есть траектория тени. Пусть как бы по цилиндру закручивается, чтобы произошло вот такое. Или хотя бы некий намек на такое проявление рисунка этих теней. Мало того, вот тень показала свою траекторию по цилиндру, спустилась сюда и здесь показывает траекторию уже этого места. Вот, например, смотрите, тень двинулась по подушке,
сделала небольшую ступеньку. И пошла дальше, спустилась, сделала ступеньку. Ведь у нас есть ступенька подушки и ступенька сиделки этой. И мы показываем, перечисляя. Перечисляет движение плоскостей. Вы видите, есть это движение. Не обязательно это делать сильно навязчивым, то есть приблизительным, но тем не менее озаботиться тем, чтобы обозначить это. И сам штрих укладки тоже желательно делать в данном случае по направлению. Если в этом хаосе может быть просто ритм, то здесь короткие округлые формы, желательно их обозначивать направленным штрихом. Конструкция плетения. Свет рыжит на плетении, поскольку это красноватое деревянное проявление. По сухому это все будет немножко дорабатываться, может быть даже и не немножко, при том, что кажется, что уже очень много сделано, тем не менее это не так или не совсем так, и еще предстоит работа. Но как этюдная, такая эскизная выполненность, конечно, есть. Вы знаете, современная живопись позволяет любые степени законченности, если оно выглядит как бы закончено. Ну, либо в формате эскиза, этюда.
Здесь грудь. Не сомневаемся. И зрителю нужно показать под тканью, показать идею груди. Идею закругленности, цилиндричности грудной клетки. Вы слышите, как у нас красиво колокола здесь, в Переславле. Целыми днями бьют колокола. Торжественно, величественно. Итак, некая выпуклость по возможности должна быть обозначена. Ну, скажем, вот теневая, которая проходит здесь, она не просто проходит, она чуть очерчивает нижнюю часть груди. А здесь очерчена грудь вот этой выпуклостью. И если ткань слишком обобщила эту идею, то можно преувеличить вот это закругление. То есть, если бы мы писали только с натуры, мы бы обязательно бы разглядели бы эту выпуклость и обозначили ее. Итак, у нас некоторое подтверждение присутствия груди под тканью произошло. С этим пятном еще можно будет повозиться, но сама идея, я думаю, вам понятна, и вы теперь тоже будете использовать эти затеи, которые прилично использовать в рисунке картины. Много тут, конечно, пятнышек, которые еще перечислять и перечислять. Я, конечно, хочу в первую очередь сосредоточиться на главных идеях импрессионистической живописи, нежели, ну и живописи вообще, нежели все в подробностях показать, как от начала до конца написана картина. Поэтому что-то уйдет за кадр, что-то будет в кадре. Такая немножко рубленый характер укладки мазков, аппликативный. Вы видите, угол подушки немножко выявил темнотой фона и светлостью кончика подушки. Немножко противостанем ритму текучему.
данном случае это дерево, чьи листья вот так устремлены за головой модельки. Тоже аппликативный рубленый характер мазочков. Краснота дерева выражена, направленность ствола выражена. Смотрите, свет из-под теневой дал эффект присутствия этого здесь, а того вдали. Даже этот маленький светик пуговичный тоже немножко обозначил идею свет из-под теневой, идея света и, соответственно, заслоненности, выгодно звучащей заслоненности. Последние в этом сеансе мазочечки дораскладываю. Некоторые места пусть будут слегка глуховаты, в том смысле, что в них не будет читаться, так активно читаться резьба мазка. Будут немножко как единое пятно. А уже это единое пятно будет веселиться мелкими мазочечками мозаичного характера. Иногда по нескольку раз в одном месте художник укладывает мазочки. Это нормально, это не значит, что каждый мазок должен стать финишным. Ну, до встречи на следующем сеансе. До свидания.